Здравствуйте, мои хорошие! Используйте скраб 3 раза в неделю и получите удивительный результат. Для этого вам потребуется 2 столовые ложки рисовой муки, 2 столовые ложки геля алоэ вера. Приготовление. Смешайте хорошо все ингредиенты и используйте смесь в качестве скраба, который отшелушит кожу за несколько минут. Смойте теплой водой. После этого нанесите самодельную маску. Для этого вам понадобится 2 столовые ложки рисовой муки, 1/2 чайной ложки меда, 2 столовые ложки сырого молока. Приготовление и применение. Смешайте хорошо все ингредиенты, и ваша маска готова. Нанесите маску на лицо. Оставьте действовать в течение 20 минут. Смойте теплой водой. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!